что, ребят, кормим. Водичку налили. Да, мои красивые? Сейчас корм разносим. Ребята кормят. В самом конце. А здесь у нас болото. Гравий нужен, ребята. Бой нужен, чтобы засыпать вот эту яму. О, Господи, что же нам делать, а? Нам бы немного, ребята. Ребят, нам бы немного помочь. Может быть, у кого-то есть возможность подарить нам пару машин земли, чтобы мы подняли немножечко здесь эту низину, чтобы убрать это болото. Ребята, нам не справиться. Сюда нужна именно земля. Не глина, ни в коем случае, потому что мы в ней погрязнем. Земля, чтобы она улеглась, и по ней потом бы трава росла. Бой нужен, ребята, очень-очень. Друзья, нам срочно нужен гравий, чтобы поднять вольеры и забетонировать, чтобы собаки могли стесывать когти. Нам срочно нужен гравий. Я прошу, друзья, нам очень-очень нужен мелкий гравий. У нас несколько вот таких низинных вольеров, которые необходимо поднять. Я прошу вас, ребята, несколько десятков. Просто умоляю, пожалуйста, помогите нам. Это дожди. Сегодня сделали два вольера. Заканчиваем делать будку. Разделили. Вот из этого вольера заберем трех собак. Посадим в небольшой вольер сюда. А на их место посадим 8 малышей подросших. Сейчас буду заниматься пересадкой. Ребят, проблем в приюте очень много. И в первую очередь, это земля. Очень сильно у нас болотистая местность. Девочки, приехал трактор. Я ждала его завтра-послезавтра. Смог приехать сегодня. Ну что, я сказала, пусть работает. Хотя бы разгребет вот эти две кучи боя, что нам подарили. Нам необходимо дорогу дальше сделать. Заодно вот эту грязь засыпет. Ну, ребята, это сейчас грязно и страшно. Еще год-два, и у нас здесь такой будет город-сад. Красота будет. Дорогу сделаем. Между вольерами подсыпку сделаем. Никакой грязи не будет. Никто нас затапливать не будет. И все у нас, ребята, обязательно будет прекрасно и хорошо. Уверена, и спонсоров найдем, и друзей прибавится. Ну что, ребят, трактор еще работает. На карте 15 тысяч, а надо 18. Мне не хватает ему заплатить 3 тысячи. Ну что, я даже не знаю, что делать, девочки. Вот реально, сегодня не знаю, что делать. Куда обращаться, куда писать. Ну все, ребята, трактор заканчивает работу. Да, ребята, все, все домой. Все, грунт какой у нас был, мы все разровняли. Уже на душе будет легче. Хотя бы один пролет сделали. Фу, девчонки, устала сегодня зверски. И Лиля бедная сидит, ждет. Так что, всем доброй... Здравствуйте, друзья. Я сегодня решила попробовать дома поговорить с вами. Сейчас 10 часов вечера, я вернулась с приюта час назад. Но еще, как бы, знаете, не отошла. Немножко замерзла. И очень сильно устала. А чтобы отвлечься, решила посмотреть ваши комментарии под роликами. Немного расстроилась, но, наверное, все же больше, когда читала дальше, успокоилась. Ребят, я, наверное, может быть, что-то неправильно делаю. Раньше, когда я жила в своем доме, и приют находился у меня дома, я все делала сама. Пока у меня было до 500 животных, ребят, я все делала сама. Потом мне пришлось нанимать соседей, кому там работа была нужна, чтобы они приходили ко мне домой и помогали убирать. Так как животные возрастали и убирали вольеры уже не мы с мужем, а помогали соседи.
Я платила немного, по возможности, что мы могли насобирать, потому что животные прибывали, и справиться уже одному-двум человекам это было нереально. Я не планировала расширить приют, у меня даже в мыслях этого не было. Я всеми силами старалась пристроить. Я ездила за 500 километров, отвозила по 5 животных. Когда была уверена, что договорено, дети идут в семьи с последующими фотографиями. Вы все это видите, у нас это все в роликах есть. Я училась постепенно, ребят. Училась заботиться, училась лечить, училась нести ответственность, училась бороться со всеми бюрократическими заморочками. Я все это училась. Может быть, у меня это не очень хорошо получалось, но я знаю одно. Я научилась быть жесткой. Если я хочу спасти, я должна помнить о том, что они за моей спиной. А значит, я научилась принимать удары, лжи, сплетен, всего.